Добрянка. Харе прикалываться. Джимми, держи гитару. Придурки, а? А мы представляем номер под названием «Как две капли воды». Недавно у нас в Добрянке прошел конкурс двойников Доминика Джокера. Победил наш Игорь Валентинович. Это тот самый и редчайший случай совпадения внешности и голосовых данных. Итак, Доминик Джокер! Domino, sei doch froh, auch für dich lacht das Glück irgendwo. О, Господи, прямо один в один, а? Ой, а у вас-то почему так слабо зашло, а? Что? Не похоже? И все похожи, а у них не похожи. Так и скажите, что у вас здесь все куплено. А сейчас случай чайной. Мне о себе, я никто в твоей судьбе. Просто попутчица, и ты об этом знаешь. Для знакомства 3 часа, нам дороги полоса. Дарит, и мы легко расстанемся с тобой. Клянусь, вот такой случай был. Ты, сидят, не верят. А ну-ка, идите сюда. Идите сюда, сейчас все выяснится. Вы вчера были в чайной? Да, были. Вы вчера пели в чайной? Вот, все сходится. Нет, вот вы мне объясните, да неужто Сочи не будет хлопать правде? Вот до этого команда из Красноярска была, у них, думаете, что, настоящая, это, Мерлин Монро была? Сейчас бабу какую-то поймали, притащили, все сидят, хлопают. Мы правду показали, да неужели? На международном фестивале Кирин 2005 ложь победит правду! Да что ты перед ними унижаешься? Они Россию хотят продать! Вот смотри, у России есть закрома? Есть. А у США есть закрома? Нету! А про китайские, итальянские закрома кто-нибудь слышал? Вот. И я про то же. Закрома. Слово-то какое? Да кто их видел вообще, эти закрома? Вот и живем по-скотски. Кальяны ихние курим. Айронби ихние поганое слушаем. Подонки, спасибо за внимание. Добрянка, такие вы добрые. Давайте в знак дружбы, как в футболе, поменяемся майками.
Джимми! Джимми, красава! Вообще молодец, все не меняется, посмотри-ка. Ой, Джимми какой! Пап, аплодируем! А сейчас наша финальная речевка о дружбе! Я не могу, это что же мне так Михаил чудотворец-то делает? Как похож, а? Томчик, Добрянка, Помпей! Много хороших людей! Дружба крепче, чем сталь! Во всем виноват Пискиваль! А что, ребят, на море когда завтра пойдем? Шурой своим давай! Гитару он не мог поймать! 600 рублей! Деньжище такие в пропасть! Ты соображай своей башкой, а? Грабли он свои не мог растопырить! Ну все! Дима! Дима, не надо, Димочка! Пожалуйста, Дима! Не надо! Рубаху снимай! Уделаешь всю! Миткунчик арбатий хренов! Придурок!